появление этой песни сказки стало таким значимым событием. Оно так глубоко тронуло сердце, встреча, знакомство, но новая встреча с этой песней сказкой. И так ощутилась благодарность. Благодарность тому, что создана удивительная песня сказка, она рассказывает о дивной стране. До ее появления у меня даже представления не было, что может быть такая дивная страна. А благодаря вот творческому комплексу «Истина большая» и вот этой песне сказки в моей жизни появилось это представление, это сказочное знание. И вот эта удивительная музыка, она такая, такие глубинные струны души затрагивает и наполняет сердце таким глубоким и нежным чувством, которое позволяет ощутить жизнь дивной страны, жизнь ее волшебных героев. Интересно, как выход каждой составляющей этого комплекта, он позволяет неоднократно встречаться и еще больше знакомиться с каждым. Все, может быть, больше и больше ощущая, делает более близким этот образ. И вот, конечно, аккомпанемент, он вот такой праздник подарил. Праздник встречи и знакомства, продолжения знакомства с этим волшебством этой сказки. Какое счастье слушать аккомпанементы, вчитываться в строчки. Просто они до самого сердца доходят, строки, а музыка, она каким-то волшебным образом вот прям приподнимает, наполняет, позволяет ощутить, рассказывает, открывает этот смысл, наполняя сердце. И так удивительно сейчас слушать аккомпанемент уже после встречи с видеофильмом. Начало видеофильма такое, ну, просто завораживающее своим таким необыкновенным узором. И такое ощущение, что музыка, она вот так вот и действует, так расцветая, наполняя, просто разливая эти волны красоты, как она все-таки волшебно создана. И такая благодарность каждой составляющей творческого комплекта за возможность встретиться с этим сказочным образом. Это, наверное, единственная такая возможность. Вот так многогранно ощутить, узнать, осознать, наполниться этим чудом искренних чувств.